Власти Бангкока запустили кампанию по выселению голубей из города. Они планируют отлавливать птиц, а затем выпускать их в дикую природу. Такие меры приняли из-за угрозы здоровью людей. Там, где много голубей, появляется риск распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, человеку могут передаваться болезни птиц, которые вызывают легочные инфекции, менингит и даже птичий грипп. Ветеринары взяли у голубей для анализа кровь, слюну и перья. В половине случаев были обнаружены грибковые инфекции. Власти решили ввести запрет на кормление голубей в общественных местах, таких как рынки, городские площади и достопримечательности. За нарушение грозит до 3 месяцев тюрьмы и штраф в размере $770 США. Когда местные жители или туристы видят много птиц, то кормят их и делают селфи. Они не понимают, что за это время могли вдохнуть множество бактерий. Поэтому мы просим людей сотрудничать с нами. К тому же ваше великодушие наносит вред окружающим. В Таиланде много голубей. Они собираются у буддийских храмов, возле рынков, в парках и других местах. Обычно их щедро подкармливают и сами тайцы, и туристы.